Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня у нас будет мега эпичная прокачка инвентаря моему подписчику по имени... Женя. Привет, прокачай моему сыну инвентарь получше. Ой-ой-ой, Женя, кто это был? Или была? Мама. Твоя мама? Да ну, а твоя мама тоже играет в стендов? Да. Реально играет в стендов? Офигеть. Да, на моем аккаунте. Короче, ребята, в чем суть? Женю кинули на аккаунт, и он написал мне в ВК и говорит: «Кентуха, меня обманули, помоги, выручай». Я, ребята, конечно, не мог пройти мимо. Мы задонатили Жеке на кейсы, и прямо сейчас будем начинать. Ну, кажись, не хватает вашего огромного лайка. Ребятки, давайте, чтобы я не просил вместо миллионов раз, вместо миллиона слов, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, ну и напишите любой хороший комментарий. Лайк плюс подписка равно... Что равно? Подписка. Ну давай, может другую рифму придумать. Лайк плюс подписка равно... Сосиска. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Так, ну что же, Женя, с какого кейса мы начнем? Давай с Фьюрия. Окей, как я понимаю, ты себе хочешь керамбит. Я тоже хочу, чтобы мне выпал керамбит. Давай, сделаем мини-буст. Как обычно, ребят, классика жанра, делаем мини-буст, потому что, понимаете, если выпадет керамбит, то данным керамбитом будет пользоваться не только Женя, но и его мама. Поэтому, ребята, давайте постараемся. Это двойная прокачка. Ну что же, ты готов? Да. Давай, поехали. И мне выпадает, ну как мне, и тебе выпадает АВМ Scratch. Ну, скажем так, для начала, в принципе, неплохо. Потому что, ребята, вы еще офигеете, я вам покажу, какой инвентарь Жеки. Смотрите, вот это были его скины. Поэтому он, я уверен, даже рад этому. Я прав? Да. Ну что же, а теперь откроем Origin кейсик. Жека, давай, скажи какое-то заклинание, и мы открываем. Давайте буст на ножи делаем. Не, ну заклинание, ну давай заклинание какое-то. Ну придумай какое-то заклинание. Абракадабра, нож выпадабра. Давайте, абракадабра, нож выпадабра. И выпадает... Блин, если выпадет нож, я охренею. И тебе выпадает UMP-45. Слушай, уже лучше. Смотри. В прошлом разу была рарка, теперь эпик. Что же будет дальше? Что же будет дальше? Давай, райвел кейсик. Давай, ты готов? Да. Давай. Жень, расскажи, как давно ты смотришь меня? Ну, где-то месяца, может, 4-5. Нашел я тебя, просто смотрел стендов, искал годные видосики и нашел. Ну, слушай, неплохо. Расскажи, как тебя обманули? Мне реально интересно, как могли тебя обмануть на аккаунт? У меня, короче, типа, я хотел аккаунт сначала продать. Ага, ну. Ну, там, типа, мне дали гаранта. Я такой проверил, вроде нормальный. Ладно, доверюсь. И слил все. В общем, ребята, мораль такова. Никогда... Не продавайте свои аккаунты. Иначе у вас будет такая же самая ситуация. Ребят, понимаете, я-то один, а вас много. Я всем, так как Жене, помочь не могу, поэтому... Поэтому лучше не продавайте. Ну чё, Жень, какой любимый кейс твоей мамы? Давай мы его откроем. Rival, Furious или Origin? Rival. Rival, окей, давай. Скины открываются и ножи мутятся. И тебе выпадает... Ну, хотя бы статрек. Блин, давай. Просто эпик. Слушай, у тебя прям коллекция эпика. У тебя выпало 3 эпика. Ну, блин. Давай как-то переходить на арканы. Что скажешь? Пора? Давайте. Очень рад. Давай. Вот. Да. Ты со мной на вы говоришь? Да. Да ну, можно на ты. Я вроде не настолько стар. Давай, поехали. И нам выпадает, ребятки, держим кулачки, нам выпадает некромонсер. Вот это я понимаю, вот это уровень, хэштег уровень, вот это да, неплохо. Фига себе мы крутые. Жек, ты рад? Да, очень. Че, будешь играть с этим скином? Конечно, буду. Короче, ребята, Женя до записи мне сказал, что он очень сильно хочет керамбит.
Поэтому давайте очень постараемся. И нам выпадает, если будет керамбит, то я охренею. Ну почти, ну как так? Второй вам скретч. Ну этот вам скретч ты уже сможешь продать. Так, ну что же. А давай-ка мы откроем Origin Case. Вот представь, если тебе выпадет АКР Treasure Hunter статрек. Ну ты, наверное, офигеешь, да? Офигеешь, это еще мягко говоря, да? Не было бы мамы рядом, ты бы сказал бы, что ты сделал, да? Так, ну ладно. Открываем кейсик дальше, и тебе выпадает... Ух ты, блин, три ножа пролетело, ёшки-матрёшки! EMP 45, ну, такой себе, такой. Давай, Furious кейс, возможно, выпадет керамбит. Давай, Жека, давай поколдуем с тобой, окей? Абримус, давай. Керамбитимус, Женимус и Мамимус выпадимус. Давай, поехали. И давай, тебе выпадает М4 Pro. Ну такое, но в принципе с этим скином можно играть. То есть, ну я тебе скажу так, смотри, у нас еще осталось 5 кейсов, еще все впереди, поэтому давай раньше времени огорчаться не будем. Возможно, тебе выпадет нож, надеюсь. Поэтому давай, держим кулачки и поехали. Давай, АВМ-членикс. О, статрек! Да ты что? Вот это я понимаю, хотя бы статрек. Ну, типа, это уже неплохо, да? Рад, очень рад. Рад? Окей, ну я стараюсь, братанчик, со всех сил, сам понимаешь. Давай. У меня дыхание поднимает. Давай, сейчас смотри, короче, есть еще новый способ падения ножей. Смотри, мы так крутим керамбит. Раз оборот, два оборот, три оборот. Нажимаем кнопочку открыть, и сейчас будет керамбит. Просто смотри. Почти! Да ну! Блин! Rival Case — это любимый кейс твоей мамы, как я понимаю, да? Любимый. Давай. Постараемся не подвести ради мамы. Ребят, хэштег за маму. Ножик. Ну, блин. Ну, ёлки-палки! Ну, что такое? Давай, ну мы должны это сделать. Мы просто должны это сделать. Давай, делай буст на все керамбиты. Надеюсь, ща по-любому поможет. А ты расскажи, почему... А ты расскажи, какой вообще твой самый любимый скин, и какой скин ты хотел бы получить больше всего? Я бы хотел больше всего получить керамбит клав. Давай. Давай, сделай, значит, тройной буст на керамбит клав. Поехали. Просто поехали. И тебе выпадает... Desert Eagle Red. Блин, у нас остался последний кейс. Давай. Мы верим в него. Поехали. Просто поехали. И нам выпадает MP7 Offroad. Хотя бы это. Ну что же, в принципе, на этом прокачка инвентаря подходит к концу. Спасибо тебе большое за участие. Вам всем, ребятки, большое спасибо за просмотр данного видео. Обязательно поставьте лайк, напишите любой хороший комментарий. И кто хочет, чтобы я прокачал именно ваш инвентарь, обязательно добавляйтесь ко мне в друзья, плюс вступайте в группу ВК. Ссылочки есть в описании. Ну что же, всем удачи и всем пока!